15 октября в Баку проходит 7-й саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Тюркский совет. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, открывая саммит, поприветствовал глав государств и правительств. Разрушающая святые для мусульман мечети, Армения не может быть другом мусульманских стран. Из-за деструктивной политики Армении нет прогресса в урегулировании самой тяжелой проблемы Азербайджана, армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 7-м саммите Тюркского совета в Баку. Армения на протяжении 30 лет, грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает оккупационную политику в отношении Азербайджана. На оккупированных территориях проводится политика этнической чистки. Около 1 миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. На этих территориях уничтожено принадлежащее азербайджанскому народу историческое и культурное наследие, разрушены исламские памятники и мечети. Армения пытается наладить тесное сотрудничество с мусульманскими странами. Однако разрушающая святые для мусульман мечети, Армения не может быть другом мусульманских стран. Этот вандализм в отношении нашей религии демонстрирует исламофобию Армении, сказал Ильхам Алиев. В связи с конфликтом приняты 4 резолюции Совбеза ООН. В этих резолюциях однозначно выражено требование о безоговорочном и полном выводе оккупационных сил с азербайджанских земель. Похожие решения и резолюции приняли движение неприсоединения, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, НАТО, Европарламент, Совет Европы и другие организации. Армения игнорирует эти резолюции и решения, уклоняется от выполнения международных обязательств. На состоявшемся совместном ужине продолжалось обсуждение тем с главами государств и правительств, участвующими в проходящем в Баку 7-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. На встрече также присутствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.